Полоска найдется в гардеробе каждой модницы. Все потому, что с ее помощью можно выгодно подчеркнуть фигуру и при этом выглядеть эффектно. Итак, несколько правил, как носить полоску выгодно. Как грамотно выбрать тельняшку, если у вас, к примеру, широкие плечи, большая грудь или полные руки? Весь секрет и главное правило состоит в ширине полоски. Обратите на это внимание. Чем шире полоска, тем больше она будет давать объема. Одежда в полоску – это не только монохромные вещи или морская тематика. Полоска может быть яркой и красочной. Эффектно смотрятся хлопковые полосатые рубашки в мягких оттенках. Этот вариант идеален для повседневных образов. Ну а яркие полосы в одежде – источник праздника и хорошего настроения. Если речь идет о тельняшке, здесь важно выбрать самую удачную модель. И абсолютно на любой фигуре будет смотреться хорошо тельняшка, рукав, у которой не обтягивает руки и плечи. То есть это должна быть такая футболка оверсайз с удлиненным рукавом. Тонкие полоски более элегантные и делают вас стройнее. Широкие, напротив, полнят. Значение имеет и цвет полос. Темные полоски позволяют камуфлировать неудачные места, в то время как яркие привлекают внимание. А вот добавить себе немножко роста и округлить формы можно с помощью вертикальной полоски. Причем такой прием подходит и худышкам, и девушкам с типом фигуры прямоугольник. Но для того, чтобы действительно добиться этого эффекта, одного верха недостаточно, к примеру, блузы или просто топа. Для этого выбирайте универсальное платье-халат или платье-рубашку. Не стоит сочетать горизонтальную и диагональную полосы. Это не украшает силуэт. Начинайте с одной полосатой детали в образе. Пусть полосатым будет что-то одно. Тогда вы точно будете смотреться модно.